Там капец, я не знал, как пройти, когда две лужи были. Ну, конечно. Там, да. Я жду ними. Жди ними, а давай. Там они прям близко очень были. Там же было расстояние, короче, кратко, не трынди. Там все бы не прошли, она бы пошла, а все бы, ну, в лужу зашли. Нет, там если бы кто-то хоть чуть-чуть наступил в лужу, они бы начали расти, и мы бы упали просто. Просто кралька не... Я не говорю за всех, я говорю за танк, который спросил, как можно было там пройти, чего он начинает. Надо было не там идти, а с другой стороны, всему рейду. ДТшники могут и обойти лужу эту. А за что? Ну, Ваня? Лужа в центре. Куда? Я сбоку ее разлил? Да не, ну там отрезала рейд. Не, это в центре, считай. Не, на краю, это когда она на краю, а так она в центре. Я вообще не понимаю, ЕП нету, 100 ЕП накинули, через неделю они слетят. Через две. Ну давайте, сами видите, можно убить. От вас зависит, как бы там или нормально, или не очень от реакции. Пилотор, резкость, не вижу, где ты. Реловный быстро. Дайте шкаф там бара суманема. Круто, там если бы лужа была на краю, то рейд бы не отрезала, там бы плюс 3 ДД еще было. На краю не успели бы из-за нее просто пройти. Тыкните на сум. Давайте все тут фулбафы, даем чек на ФК, на пул. Ну не центральная, она боковая, сбоку была там. Дайте все готовы, запустил. Интел. Жека, я могу тебе сказать топовую тактику. Сейчас начинаешь ныть как Никон, нахуй, потом ливаешь из гильдии. Ждешь, что тебя будут просить, что ну вернись, ну пожалуйста. А тебе говорят, да нахуй ты тут нужен. Мы даруем тебе быстро. Это кому ты говоришь? Более быструю, чем ты заслуживаешь, за то, там Жека списал что-то по поводу лужи. А, не Жека, ликбез. Пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я... Там лоба писали, да, насчет лужи? Но я могу за эту хуйню просто по сотке сверху кинуть. Просто потому, что мне так хочется. Тут Майдана не будет, так что это... Возьмите звезды. Помилование. Так, давайте 2 секунды, бой начинается. Так, кидаем все четко и идем в РС-ку. Ликбез, я обосную, за что я тебя накину. Не бой... Нет, не бойся. По возможности МП-5 еще купишь, там киньте. Милики ловушка, РД звездочка. Так, первый шаркающий ромбик. Так, чума на Киллерстар. Киллерстар, бей чума. Черт. Ладно, первая чума ушла, РД ловушка. Давайте, чему надо вынести, если не вынесем, то это вайп. Протопал все проходим. Сильно проводим. Смотрим, чума, только в ловушку не вынесете. Чума, Элориан. Элориан, выноси.
Давай назад. Так, ловушка РДД. Все, больше мелкий трэш не забирает. Пусть чума развонится. Милики ловушка. Второй шаркающий вылез, поставил. Смотрим, чума. Анакей, любуйся. Спасибо. Анакей, красавчик, надо было выносить. Да, я видел. РДД, РДД. Каплю дайте. Вой, дай каплю на Animal Jazz. Так, смотрим, сколько там у лича. Смотрим ловушка и на край будем идти. Так, РДД, на край идем, аккуратно, БДК там не введи в ловушку. Вынести чуму, Эндриага. Так, ладно, не успеешь. Да все, назад, Эндриага. Ой, блядь. Ну, пробуем. Гневный, да, забирай. Набирайте ренжу, диспелите духов паладина, не знаете, маги не забывайте, как там, ханты не забывайте. Фьера, дай каплю на протопала. Это на гимн ману. Каплю на протопала, диспельте. Там дайте на протопал еще какие-то дефы, если есть хоть что-то. Вот это у меня лагает. Все нормально, можете духов бить, там амбро обеих духов. Вот этого второго духа бейте, хорошо. Перки слой летят. Сфера летит, сферу бейте. А мне дух. Так, протопал забирай духа, идемте в центр все. РДД, милики, плеча бейте, РДД, духа бейте и в центр встаем. Дух дыхнет, ведешь его в мелизону. Все, веди в мелизону. Веди, веди, все, становимся в звездочку. Валькиром встал, валькир сливаем. Добейте там духа массами. И давайте, раз валькира, два валькира, три валькира. Вышли из-под валькира, осквернение. Вышли из-под валькир, смотрим, на ком лужа. Идемте на центр. Так, веди на центр, нормально все. Давайте все становимся звездочку. Нормально? Да, пойдет. Давайте, скажу, надо будет разбежаться, скажу, кого сливать. Лучше всего уже сейчас. Отлично. Так, да. Давайте, готовьтесь, готовьтесь. Вышли с центра, вышли. Смотрим, кого сливаем. Блять, ну как в центре? Нормально. Бирайте все три валькиры. Пиздец. Мах. Все три валькиры бейте. Саша, лес и фьера. Давайте, хилы РДД на рейнджу. Хилы РДД на рейнджу. Давай, вставай быстрее. Хилы РДД на рейнджу, смотрим лужа, с центра вышли. Давайте, осквернение БДК, идем на центр. Давайте все в звездочку. Лича нету, все равно в звездочку становимся. Давайте, валькир стан, валькир сливаем. Давайте, стан и стан. Три паладина. Все три сливайте. Печенька это хулипал. Там, блядь, все три сливайте, не надо говорить там, где кто. Так, вышли осквернения. 2 секунды, вышли осквернения, играйте 2 валькиры. Добивайте их. Идем на центр. Давайте. Звездочку встали. Нормально все. После 3-й валькиры будет осквернение. Надо будет выбежать. Давайте, готовьтесь. К валькирам встану, валькир сливаем. Все, вышли с центра, вышли. Печеньку застаньте.
Печеньки стан. Все, играйте три валькиры. Вас станы там попадайте, паладин, если будет улетать. Добивайте трусы. Ускорение, да, сначала. Да, сейчас лужа будет. Вышли лужа, рассосались. Вышли лужа, фейл. Идем на центр. Давайте все звездочку, валькирам стан и в лича. Валькирам стан и в лича, там 2%. Давайте стан и в лича играйте. 2%. Ну станы, мастаны дайте, паладины, быстрее. Дайте 2% лича, 1% лич. Блять, 1% лич. Давайте, на край идем. Веди лича на край, все на край, ушли с центра. Все на край ушли. Все, Кирстар, осквернение. Духа бьем, который с меткой. Кирстар на поле следующего духа. Ламруа третьего духа, Селфиш четвертого духа. Бьем сферы Зулдрина Гимноману. Там дотем поставишь, ман, если есть. Ставил кто-то вот. Сферы бейте. Все, забирай ДК следующего, ну вот этого забрала, который играйте всех печеньку. Паладин забирай следующего. Так, давайте следующую печеньку бьем. Давайте последнего духа сейчас не бьем, напуливаем только его и все. Бейте пока печеньку старого. Давайте стоп по духам, протопал забирай. Все, играйте в печеньку, добивайте. Печеньку добивайте. В комнате за печенькой ходим за мной. Впереди не бежать. Вы пришли, чтобы вершить суд над нас, чтобы уничтожить короля лича. Духов там в комнате бейте. Я там, если молчу, то вы идете за мной, я там просто хилю. Иначе, как и я, будете навек порабощены этим проклятым клинком. Кальк разговаривает. Да ничего. Лифьеро. Проходим, все нормально. Обхожу на БДК, если скинешь потом. Может, закину. А чем ретрики в комнате? Давайте выход сейчас 2 секунды. Играйте, духа играйте. Духа играйте. Отверни его от рейда только. Все в духах играйте. Все, веди лича к духу. Портопал там на край, дальше уйди. Все, можешь идти духов хлопать. Ушли с центра, все, добейте дух, он там уже не дыхнет. Ушли с центра. Ушли с центра, от лича отошли, смотрим осквернение 2 секунды. Вышли от лича. Давайте, прячемся за речом. Поведи на другую сторону. Если есть инер в косаку, залейте. Залью. Давайте сейчас комнату будет. Если есть еще один, залейте же кос. После комнаты чё? Поставлю тотем. Давайте печеньку. Слава. Ты молодец. Давайте проходим, я молчу, вы там идете со мной. Стоим. Давайте в печеньку ставим, в печеньку, где я, в печеньку. Бежим, проходим, давайте, бежим. Давайте за угол, и будет выход. После комнаты к трону идите все, к трону. Там приведут к вам лича. Куда повели, к сверху. Да, ну и тут стойте уже. Так, паладин хлопает там.
я стою? Не, веди туда. Черт, звонят. Веди, веди. Веди к порталу, не бойся, веди. Давайте, веди, веди. Ничего страшного, там один дух вас не убьет. Че? Так, да, все, там стойте. Полипало, хильте, блядь. Сохранение. Вышли, лужа. Лужа, вышли, длинноухий, вставай. Я там в лужу встану, я... Захилиться сразу. Да ладно, после комнаты тогда риснем. Стой, никуда не веди, не надо сейчас. Комната будет. Эмпочка, ты что делаешь? Там духи были. Так, сейчас я к трону поведу. Забыть. Так, давайте идете все сюда. А минус один хил, так что нормально все духа бейте. Бэров нету. Это должны быть. Повалки есть вроде. Давайте проходим, проходим. Из-за лужи. Да, после комнаты Халяси Ласи Киллер Стара риснешь. Меня КД, Ваня. А, тогда Эндриага риснешь, ну да, и все. А шаман сам встанет. Давайте проходим. Может уже сейчас встать и там бичам бить, например. Давай, вставай, отошли все к трону. Лужа, баш в центре. Так, а дайте там им на ману, если есть. Им на ману, там тотем ставьте. На тотем будет. Ну ничего, там нормально все будет. Все, веди к трону. К трону? К порталу веди. Да прям по центру, через тех духов там один тебя не убьет. Так, лужа вышли от центра, отлично отошли. Ну что за лужа тут, я ее не видела. Что мы тут? Все нормально. Калечки купить. Давайте, стоим тут пока. Пробуйте, никуда не видим уже, добьем, хотя хер, вряд ли. Ну тут, короче, стойте, ничего страшного. Эх. Давайте, последнее. Там еще надо будет добить, так что это не комната на героя. После комнаты рост можете дать сразу. Угу. Я другой стороны. Духа, видите? Слава, слава герой, да. Айрон, проходим. Подошел Фейнар, кому забить? Да, да все там уже, да, убили, считай. Давайте за угол и тут ждем выхода. Это добивайте. 1%. Можно никуда даже не идти. Можно еще по скринению попрыгать. Вот что его, кстати, цель? Вообще не сложно танчить, но последняя фаза это капец. Нифига не видно. Еще и спиной нельзя поворачиваться. Босс для танкования вообще легкий. Ну, я говорю. А последнюю фазу просто я не вижу, потому что и спиной не могу повернуться к нему. Так ты, бля, камеру отдали и будешь все видеть. А у меня и так она отдаленная. У меня через макрос отдаленная. 13 дюймов монитор? Ну, маленький. Небольшой. Ты можешь там удаление через макрос попробовать, но тогда дальше будет отдаляться. А так-то вообще криво танчить. Кто там, брыкап, подходите на респу, сейчас уже будет. Чтобы вырасти, чему научиться танчить. Ну только когда треню выпью, нормально. Чему легко танчить? Ну, я еще не понимаю с этими лезвиями. Мне кажется, даже Гера легче, чем нормально. Ты заходишь, ставишь босса и крутишься просто... В другом квадрате от Раида. И получается, две сферы должны быть
А, у меня по бокам, да? Mm-hmm. По этому поводу, кстати, ко мне тоже горески обычки сложнее тащить, чем геры. Там эти два лезвия конченых. Не, знаешь, там иногда Ваня орут, типа, ДДшники, блядь, как ты танчишь? Я вообще не понимаю, что это за хуйня. Ты, блядь, ДД, ты можешь стать куда угодно, а танк танчит, блядь, как ему удобно. Это как Бьерн орёт на Войда, типа, ты, блядь, не так танчишь. Ненависть не заберет больше ни одной жизни! Наконец, я свободен. Все кончено, сын мой. Настал час расплаты. Это зависимость, да? Ну, походу. Да-да-да. Если бы не вайпнули, чем можно было бы до ТП даже получить. Угу. Ну так как эмпочка всех вайпнула, поэтому только дисплеим. Это не я. Кстати, первый раз, когда танчила на прошлом, когда мы шли на ДПП. Не дошли? Дошли, и вот именно полностью я весь сенс без вайпов оттанчила. Рольтярку снимается, надо кому-то. Мне предстоит там. А вот он на сову, блять, нормальный или лучше не одевает? Да, нет. Не, на успех, наверное, да, успех по роллу. Тут там ликбест у нас. У нас было репликом идти, хоть бы Глору паролю. Ну, раз горы. Трикам она нужна? РТ. По РТ. 2.77 даже. Там Херой еще ролит. Это да. Паладин. И чё? Это ты на кого рейдил? Я не знаю, говорили, что ретриком... Нет, мне, наверное, не надо. Так, кого ты Глору ролила? Просто какие-то, не знаю, говорить, типа, бля, там ретрики соберут ШМ. Да хер его знает, когда ретрики соберут ШМ. Это предбиз пушка на ретрика. Да, конь паролует, он надо, конь? Мне кажется, с вами получше будет, с агилой, которая... ШМ за месяц собирается, когда у тебя очередь доходит, даже меньше. Так, блин, ты понимаешь, Кирилл, что эта очередь не может подойти через 3 месяца? И что, до этого ей бегать с какой-нибудь плохой пушкой, вместо того, чтобы Глору забрать? Игранью. Я считаю, что Ретрику можно, ну, Глору ролить. Я не говорю, что ее нельзя, я к тому, что если она нужна Форику и БДК, то пускай отдают им. Полностью не согласен. Ну ладно, на, наверное, я может даже буду эту хуйню с Олегом решить. Фера, тебе надо? Нет, конечно, у меня же ШМ есть. А. Че там следующие заехали? Не-не-не, подожди, я на магазин. Я могу помочь? Подождите, я не прогрузилась. А, да, нокдаун ливнул Олег. Если ты тут. Че ливнул? Нокдаун ливнул. Куда ливнул? Привет, Олег. Блядь. Почта ли, совсем? Сережа. Сделаешь мне, ладно, сейчас камни, ладно? Нет. Я куплю все. Я могу сделать себе кралька камни, ну, даже в твоей реге. Нет, я речь смогу. А ты гадина.
Так, а чё мне там надо было парирование стама, да, в голову засунуть? В смысле, БДК тупо стам?